Итак, разрешите всех поздравить с окончанием нашего второго рейтингового турнира Уральской форелевой лиги. Мы сегодня все старались, все боролись, вот, и, соответственно, вот имеем такой результат. Да? Соответственно, у кого-то все получилось, у кого-то там остались определенные мысли. Вот. Но так или иначе, я думаю, что все получили хороший опыт, показали себя и получили определенный заряд бодрости, может быть, какой-то спортивной злости там на следующий раз, да, чтобы реализовать все там невыполненные задумки. Вот в прошлый раз по окончании тура я посчитал некую статистику и был удивлен, что мы тогда поймали там 260 рыб. Казалось, цифра прям очень большая. Вот. Сегодня мы в отборочном туре поймали 375 рыб, и в финале мы поймали 35. Итого 410 рыб. 410 рыб за день, я думаю, что это очень внушительный результат. Прям, поверьте, там немногие московские турниры могут порадоваться такому количеству рыбы, собственно, которые нам предоставляет славный комплекс «Азарт», да, которыми, гостями которого мы сегодня являемся. Я думаю, стоит похлопать администрации турнира. Вот. Еще остался момент. С прошлого турнира у нас были призы от Алексея Лазюка, да, это непосредственно блесны, форелевые блесны, которые он производит вручную. Соответственно, были учреждены призы там за золотую середину, да, и, соответственно, там за волю к победе. Вот. За волю к победе там за последнее место я там передам блесну, но вот человек, который занял золотую середину, сегодня у нас присутствует, и это Станислав Абрамовский, и давайте похлопаем. И ты у нас сегодня вообще самый фартовый, потому что у тебя будет выбор. Ну все, приз нашел своего достойного обладателя. Так, сегодня навело меня. Да. Сегодняшних победителей и призеров также ожидают блесны от Алексея. Вот. Ну и я думаю, что надо огласить результаты, с которыми мы сегодня пришли. Соответственно, я буду оглашать тройку победителей и попрошу ребят выходить на подиум. Соответственно, остальные места мы введем в протокол и ну, можно будет посмотреть там, в общем списке. Итак. Как вы видели, да, борьба в финале непосредственно была очень плотная. Я вот тоже посмотрел результат. Счет 5-2. 5-2 в обоих двойках. Вот. И, соответственно, с третьим местом мы поздравляем Воронова Юрия. Он поймал 5 рыб в финальной части. Я считаю, что это вполне достойный результат. Да, мы начнем с формальной вещи, такой как грамота. Потом не менее формальная вещь, это медаль и кубок. Да, и подарок от наших спонсоров, от компании Jackfishing, там много всяких вкусностей. Я залазил, смотрел, честно, многое понравилось, хотел что-то отжать себе. Поздравляю, Юр, молодец. Соответственно, второе место занял у нас представитель славного города Екатеринбурга. Это Гетьман Сергей. Поздравляю. Соответственно, также награждается грамотой, медалью за второе место. Ну и, соответственно, кубком от Уральской форелевой лиги и подарками от компании Jackfishing. Что же касается первого места. После прошлого турнира этот человек подходил два раза и говорил: ну я ведь последний, я же, говорит, ну, последнее место занял, мне блесна полагается. Я говорю: не, Макс, блин, ты не последний, ты старался. И, соответственно, на этом турнире Макс Ишков, конечно, доказал, что ну, в его случае какие-то там, поражения там, во второй половине турнирной таблицы, это скорее исключение. Мастер спорта России Максим Яшков, первое место.
Также Макс награждается почетной грамотой, кубком и подарками от компании Jigfish. Вот. Но в этот раз я подошел более подготовленным. И подарки от Леши Лазюка, которые полагаются и сегодняшним нашим победителям. Я думаю, что надо начать с Макса, да, чтобы он выбрал, потому что выборы есть там не у всех. Соответственно, точно так же первый победитель турнира получает 3 блесны, соответственно, второе место занявший получает 2 блесны, и третье место получает 1 блесну от Алексея Лазюка. И за золотую середину блесну получает наш гость славного далекого города Ульяновска. Это Александр Ермолаев. Где он? Зато у тебя есть возможность выбраться. Убирай. Поздравляю. Спасибо. Вообще, парни молодцы, что приехали, не побоялись расстояния такого. Я думаю, что... Ну, мы во всяком случае постарались, чтобы вам понравилось. Так, ну, соответственно, наверное, из такой какой-то официальной части у меня все. Еще раз всем спасибо за честную игру. Вот, мы как-то стараемся там быть лучше, да. Вот. Спасибо всем, что приехали. Надеюсь вас видеть снова, там, в еще большем составе, может быть, да. И, победителей поздравляю, участников, как бы, ну, тоже поздравляю. Все, всем спасибо.